Итак, мы продолжаем. Ходил я пообедать. Куда сходим вначале? В Operations или в Storage? Давайте вначале сходим в хранилище. Тут уже видно враги. Как-то я не удивлен, что это турель. Марк 5, по идее, самые мощные турели, но какие-то они все дохленькие. Тут у нас есть проход направо и по прямой. Нет, зачем нам дренажные тоннели? Мы пока-то не собираемся вроде как. Не удивлюсь, если здесь будет подобное. Нет, смотрите-ка. Ого-хо. Хранилище, говорите, да? А вы не живы ли случаем? Нет, это статичные объекты. Но я не удивлюсь, если в какой-то момент они запустятся и будут на меня нападать. Хотя, скорее всего, это как раз-таки и есть экспериментальные образцы. Вот здесь должны быть люди. Или хотя бы их часть, так мозг, понимаю, пересаживают. У нас еще, да? Так, тут что-то все побросано. Explosive barrel. Надеюсь, он не взорвется. Нужен ключ. Что-то иногда проседает все-таки FPS, и мне это не нравится. Коляска. А, господи, шестеренка. Так понимаю, это лифт. Так, да не лагаешь ты так. Что-то очень странное на этих локациях стало происходить. Раньше вроде так не лагало. Как его активировать? Я не хочу просто так спрыгивать. Ладно, видимо, не сейчас. О, это я пропустил. Всегда проверяю уже на наличие ловушек, хотя вроде бы в этом моде их не так много. Что это? Стол. Это, скорее всего, дверь напротив. Тут у нас пара птичек. На самом деле хочу уж побыстрее пройти этот мод. Не то чтобы он мне надоел, но хочется поиграть в что-то другое. Тут все-таки по подземельям по этим ползать, ну, это уже как-то скучно. Но интересно. Хочется еще такое динамичное, что-нибудь там с NPC погулять, побазарить, да? То есть, например, что у нас? Mothership Zeta Crew была интересной. Это, по-моему, первый мод на Fallout, который прошел на видео. Верстак. Я ничего не хочу сделать. У меня наверняка нет ничего. Все полезное. Вначале в терминальчик, потом уже почитаем записочку. Пам-пам-пам-пам-пам. Надо что-то такое кардинальное. Лол, всего раз, два, три, четыре, пять. Сложно. Adventure and Dragonite. Не подошли. Sacrifice, соответственно, не подойдет аналогично. Americans могут подойти. Или же in. Так, давайте посмотрим, сколько тут совпадающих букв. На Е. Скорее всего, Americans. Нет. Соответственно, остается два варианта.
Ну, это было легко, потому что у нас всего 5 вариантов, и один из которых точно уже не подходил. Так что это было легко, действительно. Открыть замок. Какой замок? А, я понял. Что ж, видимо, не очень-то. Пригодился нам этот терминал. Код доступа на куколке. Окей, это был пароль. Как всегда, мы вовремя находим то, что нам нужно. Собственно говоря, прыгать вниз туда я не хочу. Здесь я больше ничего не вижу. Дверь в дренажной камеры. Пока не хочу идти, хочу вначале сходить все-таки. Ну, по этой локации погулять. Да? То есть, скорее всего, есть то, что турель должны быть. Нету. Ну да, здесь их некуда поставить, окей. Ну это. Человеческие мозги включили в тело робот. О боже. Да ладно. А я прямо и не понял это, блин. Не поверите, но. Как бы вам сказать. Я встретился с роботом, который уже про это мне рассказал. Баз данных нет, начнем с первого, конечно же. Скорее всего, вначале нужно активировать все три. С третьего начал в итоге. Первое. Поехали. Вторая. Третья. И терминал. Давайте запускаем. Доклад. Активировал все три из трех, и что? Я что-то не могу ничего сделать. Или здесь есть еще что-нибудь? Думаю, вниз прыгать это не лучшая идея. Я больше ничего не вижу. Собственно говоря, что я сделал в итоге? Активирую все три. Давайте вернемся к роботу. Ой. Так, робот, ты все еще тут. Ты скажешь, что не будешь ждать в лабораториях. Нет? А, ты уже все-таки в лабораториях? Ну ладно. Лэб. Да, я знаю. То, что ты дверь мне откроешь, я понял. Но вопрос, а зачем мне те дренажные камеры? Это путь мой дальше? Чё, всё? Я какую-то карту сказал взять. Наверное, открыл здесь хранилище. А, вот так вот. И тут пуст. Я не понял прикола.
прям ничего нет. Тебе надо куда-то пихнуть в какой-то большой компьютер. Дверь? Какая дверь могла открыться? Все двери были открыты, в этом прикол. Открылась буквально у меня под носом, если можно так сказать. Я пойду в дренажные камеры. До свидания, я ливаю. Но то, что дверь открылась, это странно. Скорее всего, это был просто звук открытия двери, потому что двери рядом не было. Вообще ни одной. Полный тайл. Мы действуем по стандарту. Идем. Господи, надеюсь, вы не сильно слышите. Хотя наверняка вы слышите сильно. Соседи. Соседи именно. Вот так вот всегда. Вот в нужное время они начинают. Ой, не знаю, насколько это громко вам слышно. Буду надеяться, что не очень. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь. Ужасный. Что за ужасный? Подождите. Он не генерируется. То есть как бы его не видно. И попасть в него нельзя. Ну, это, в общем, самое мощное наше оружие. Ну, в пределах разумного, конечно. Кстати, Гаусс Райфл. Так получше будет. Почему-то это его ноги. Ползает. Ага. А, это господи, это этот петух. Я уж подумал, что кто-то жесткий. Этот петухан. Спасибо, смарт-система. Идем все время. Нет, все еще уходи все время вправо. У меня свое прохождение лабиринта. Это не выход.
Мне кажется, одного ему хватит. Нет, не хватило. Что я не заметил, но он вполз. Буду непостоянным. Просто, скорее всего, наверное, в ту сторону. А, нет, смотрите-ка, L1. Стойте, я здесь не был ли случайно? Нет, не был. Понял, я был здесь, но как бы с другой стороны. Куда давайте эта лестница ведет, посмотрим. Куда нас приведет эта лестница? Да, вот, тут мы были. Все верно. То есть и в ту сторону у нас была решетка. Сейчас надо понять, как нам пройти. Мне в другую сторону, то есть туда. Да, вот. Подъем. Стойте, где я только что видел мобов? Это я кругаля, наверное. Честно говоря, плохо здесь ориентируюсь. Но вот судя по тому, что там меня не было. Да, вон туда мне. Там меня тоже, кстати, не было. Что это за выход? Ага. Понял, в общем, здесь без вариантов. Ну зачем тратить импульсную? Тут должно хватить и вот этой. Блин, а может и нет? Не, пожалуй, нет. Пожалуй, они очень жесткие для нее. 32. Минус. Изи.
фраг. Рано или поздно здесь что-то должно произойти. Чем-нибудь неприятное и стрёмное. Но что? И главное, когда? Фига себе. Ага. То есть, по сути, я могу спрыгнуть в ядро. Давайте это сделаем. Или мне успевать начать посмотреть, что здесь. Может быть, здесь как-то тупик, и нам надо туда прыгать. Да, именно так. Прыгать в ядро. Забавно, забавно. Можно было бы забор даже не убирать. Все равно было бы беспалевно. Но придумано интересно очень. Мне понравилось. Говоря, здесь осталось только лестница. Центр, серьезно, мы достигли центра. Подсобка, конечно, но центр. То, к чему мы так долго перлись. Я уже даже не помню зачем. Почему. Судя по всему, туда, куда нам надо. Может быть, здесь надо пропаркурить. Типа так вот, раз. Дальше. Ах, чуть-чуть не допрыгнули. Или все-таки пройти снизу. Да, тут есть проход. Но мы начали по паркуре. Мы же топ паркур номер один. Хоп-хоп. Хоп. Так, стой. Я уже слился. Нужен. Давай, поднимаемся. Чипем еще больше слился. Так, поехали. Нет, радиация, не хочу глотать ее. Как я здесь запрыгнул, лол. Сейчас просто кажется, что нам на самом деле нафиг это не надо. Там будет чисто лесенка. Ну, видимо, нельзя сейчас. Ладно, пойдем сюда. О, вот за 30 радиация всего один. Ой, действительно. Ну, возможно, можно просто пропрыгнуть. Полезного. Нам дают много стимуляторов, что бы это могло значить. Центр.
Core, ядро, транспорт и лаунчпэд. Пам-пам-пам. Так, минус одна локация для исследования. Наконец пришли в центр. Хрен тебя кто спасет, братан. Отключено. Дальше просто закрыто. Так. О, Сандра Келлер. Наверняка. Я так понимаю, они улетели на ракетах. Элизабет себя плохо чувствует. Вектор. Интересно. Джон Маккормик. Почему 1A? Скорее всего, должно быть 2A. Локация смотрится дружелюбной, но является ли она таковой? О, господи, сколько есть всего. Интересно, интересно. Не будем ломать его силой. Оп. Нормально. Код доступа. Инструкция запуска. Вот.
Для успешного запуска ракеты «Вектор» выполните следующие действия. Обновить позицию станции «Небеса-5». Терминал антенны пошлет данные пульт управления полетом. Активируйте консоль управления полетом для передачи данных из терминала управления пуском. Заправить корабль. Так, то есть мы сделали пока первую. Открыть внешний люк. Если что-то пойдет не так, используйте вспомогательное управление. Не забудьте отключить мост. Запуск посредственности не возобновится, если верхний мост по-прежнему открыт. Стоять в стороне от усиленной двери. Так, терминал контроля запуска одобрит запуск и передаст контроль капсуле ракеты. Вы можете начать оттуда, она почти полностью автоматизирована. Стерите работу операции на нажатие кнопки. Так, еще раз. Обновить. Сделали. Заправить. Открыть внешний люк, опустив при этом верхний мост. Ясно. Так, консоль. Консоль, консоль, как тебя включить? Понимаю, здесь не важно, на какую тыкать. Нужных все равно не должно быть. Ладно, идем во второй корпус, так сказать. Вообще странно то, что после того, как Маккормик прошел здесь, везде запертые двери. Какого хрена? Он что, их за собой закрывает, что ли? Больше похоже на жилые помещения. Души сейф кода запуск. Тоже от души. Столько кодов, столько запуск можно сделать. Бам. Есть что-нибудь полезное вообще, кроме химии и, возможно, кому-то брони, патроны, стелс-бой. А сейчас окажется, что здесь есть код. Потому что, внимание, все сейфы были открыты. Ой, как я угадал. Я ввел коды. Видимо, уже все сделал. Так, кольцо 2Б от души. Ну, консоль. Куда? Куда идти? Где консоль? Как ее главное активировать? То есть тут мы уже все сделали. Если я еще раз нажму, она поедет сначала. Ну да, все верно. То есть мы здесь сделали все правильно. Там ничего мы сделать не могли. Может, все-таки какую-то надо найти, у которого консоль включена.
А вдруг? Действительно. Что-то мы нашли. Только это сильно не помогло. Куда дальше ткать? Тут надо вообще по всем потыкать опять. Могу себе перепрыгнуть, обидно. Ага, могу. Тут я все, что мог, хоть нажал. Теперь точно. Фу, куда дальше? Тут мы активировали все, что могли. Я сомневаюсь, что сюда. А, решетки нет, окей. Я все понял. Запустите ракету, лол. Интересное задание. Халявный опыт. Так. Изи. То надо в конце концов будет стоять далеко от нее. Дверь. Еще одна. Основной центр. Upper level, lava level. Господи, как много левелов. Тут ракета. Зачем мы пойдем на уровень вверх, естественно. Там было написано, что для успешного запуска должны навигационные данные обновлены, обновление данных должно быть там. О, господи, господи, господи. Много. Много условий. Сложно. Короче, поехали наверх. Нам пока нечем справляться. Очень громко. Даже вниз не сгонял. Я, походу, слился. А, дверь. Я покинул дверь. Лол.
Ты чё? Всё на месте. Господи, как это было громко. Мои уши. Насос. Мне нравится эта система. Кто здесь? О, господи. Бегемоты. От души. Благо у меня есть кое-что для таких друзей. Ой, 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 не смотреть, не смотреть, не смотреть на меня. Кек. Все сдохли? А, нет, не все. А, ну это уже бесит, это уже не так жестко. Фух, бегемота, блин. Чпем. Еще один. На 69% даже сработает. Больше нет бегемота. Это бесит. Вообще просто супер мутант, ну и что? Ну что, умный? Ага. Погребай. Все, изи. Пам-пам-пам-пам-пам. Сколько тебе мусора? О, стены выстрел, спасибо. Так, ну мы пойдем по прямой. Откуда здесь, мать его, бегемот? Как он сюда залез, вот скажите мне? Нафиг надо. Просто подумайте сами, как мог сюда залезть этот петух? Почему? Ну сколько же здесь дают стимулятор? Окей. Побежали теперь по прямой. Что же теперь? Теперь насосы включены, значит, отлично. Куча чем сделать? Пам-пам-пам. Ч, полетели, ёпта? Я думал, полетели.
RPM. Ура, квест завершен. Контроль запуска. Тут что, то же самое. А все, я пролетел, что ли? Серьезно? Я прилетел? Блин. Че за бред? Как-то быстро. Я просто взял, полетел на ракете от души. Здесь есть странно. Я вижу, здесь кто-то есть. Кто, пока не вижу. Странно, блин. Тут тоже есть какая-то дверь. Еще энергосистему надо включить. Это гули. Надеюсь, не потрошите. А то потрошители очень жесткие. Люк недоступно. Именно. Как здесь спуститься? А, вижу. Нужно сходить тут. Па-пам. Так, ну вон первую дверь вижу. Туда и пойдем. А тут двери до хрена. Снаряжение, ух, сколько брони. Я в космосе? Я в космосе. Идем дальше. Просто как цари прошел. Прошли. Что тут много сдохших? Ну-ка, я готов. Нужен ключ. Почти что уверен, что она сама откроется, когда придет время. Это такая 6%. Ну да. Это очень неправильно, согласен. Но мать его, в космос. Я уже даже не помню, кто там ком. Я же читал описание к моду, вроде бы что-то про это говорилось, но я, честно говоря, уже не помнил, что здесь можно загонять в космос. Ой, от души нажал. Поехали, чипим. Basically. Оп. Офисос. Ля-ля-ля-ля. Давайте. Отказ. Обидно.
Обидно. Так, что у нас под нами? О, это типа земля. Хрен, а если кораблик небольшой? Visitors. Оп. Unravels. Так. Диагностика. Все, двери открылись. Ну, я готов. Давайте, дядя Гули. Где вы? Сейчас будет месиво. Так. Эх. Если честно, уже устал говорить. Мне немножко горло уставшее. Видимо, простудился немного. Думаю, скоро уже закончим. Сейчас мы отсюда только выйдем. Подеремся с этими петуханами. И посмотрим, что у нас есть на этом уровне. И все. Ну да, они выползли. Если застать их врасплох, можно нанести неплохой крит. Но пока я их не вижу. О, светящийся, серьезно, мне нужен потрошитель, вот такой, да. Так, не прикрывайте его, не надо, не надо. Я знаю, план такой, смотрите, мы сейчас стреляем и убегаем обратно. Чпем, чпем, от души не попали. Попали. И побежали, просто побежали. Все. Будем контролить эту точку. Давайте две выстрелим. Ну вот именно. Тут вообще рил попасть. О, рил. Ха. За столбом. Сейчас бы под флешечку бы выехать. Оп. Здравствуй. Ау. Китаец, урод. Я вижу, у него тоже проблемы с стрельбой. Сколько там? Я попробую трехочковую сделать от души, просто 100 очков. Да куда ты отскакиваешь, мать твою? Ой. О, что это было? Вонючий читер. Как же они меня бесят, тпшится. Этот Fallout иногда слишком пролагивает. Просто взял и тэпнулся. Давай, грибай. Почему Left Arm ему в голову стрелял?
А лук выстрелить не смог. Погнали. То где-то были чуваки. Куда ты там ушел вообще? Господи, что это за стрелок? Ой, неужели? Бежим. Дор. Я не попал. Ха-ха. Нормально. Сейчас выкрутимся. Нифига себе, она же кидается отсюда. Ау, даже попадает. Ну-ка, я тоже буду попадать. Ну, минус один. Минус второй. Сколько там этих потрошителей? Оп, я, наверное, зря выстрелил. Да, я вас вижу вот это. Ау. А, эта хрень меня лечит автоматически стимуляторами. Вот даже так работает этот костюм. На самом деле, не люблю автолечение на костюмах. Может быть, оно мне нахрен не сдалось. Ау, видите, он меня сразу съедает стимуляторы. Не, обыскивать мы их, конечно, не будем. Не, ну нафиг не сдались все. Лол, он этих потерял из виду. Алло. Что за перенаски в осколках от души? Где-то на сотню хп. Ау! Как ты попал? Пьем. Давайте так. Фух, где-то обыскивать мы их точно не будем, они нам нафиг не сдались. Благо мы сразу поняли, кто это. Сколько у меня стимулятор? Ну, оно еще нормально. А, то есть тут у нас как бы просто комнаты. Серьезно. То есть я мог, по сути, я мог просто пробежать наверх. И хрен бы меня кто достал. Так, ну вот теперь я точно думаю, что пора заканчивать. У нас осталось несколько проходов, куда мы еще не ходили. То есть сюда, сюда и, конечно же, вот сюда. Давайте посмотрим, что это хотя бы из себя представляют, эти проходы. Или они все соединены. Если так, то даже еще лучше. Действительно, это все один и тот же проход. Пограничная тьма. Ну вот, как раз таки с новым квестом мы начнем в следующий раз. Следующее, что произошло на этой станции. Что ж, мы сейчас все это исследуем. Но я думаю, на этом пора бы закончить. Спасибо всем, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. Извиняюсь, что сегодня я был особо неразговорчив с вами, потому что у меня, как я уже говорил ранее, немного уставшее горло.